ждем. Переворачиваем. Молодцы! Поехали, второй час. Поверь, мне плевать, что у тебя спустила шину. Конечно. Поверь, мне плевать, что твой коллега рассказал. И чего он интересно это рассказал? Пойми, мне не нравятся картины Тарантино. Да что ты смотрела вообще? И уж тем более мне ровно, что вчера 2-0 Манчестер проиграл. Что мне повода не дал. Я хочу побить посуду. Я хочу, а значит буду, что посколочки посуду символизировали меня. Я хочу побить посуду. Я хочу, а значит буду, что посколочки посуду символизировали меня. Я знал, что подобные спектакли точно будут. Можно подумать. Я ждал эти темы в исполнении твоем. Вот прям сидел и ждал. Остынь и постарайся чуть замедлить обороты. Я не знаю, что тебе на это сказать. А если нет, то разбиванием посуды я займусь с тобой вдвоем. С удовольствием. Да, я знаю, это дело не мужское, ну и что? Я хочу побить посуду, я хочу, а значит буду, чтобы осколочки повсюду символизировали меня. Я хочу побить посуду, я хочу, а значит буду, чтобы осколочки повсюду символизировали меня. Что все выйдет так спонтанно. Нам от радости до ярости всего один сервиз. Я хочу побить посуду. Я хочу, а значит буду, чтоб осколочки повсюду символизировали меня. Я хочу побить посуду. Я хочу, а значит буду, чтоб осколочки повсюду символизировали меня.